Россия надеется, что выход Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном не связан с планами США напасть на Иран или сменить там режим. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» в преддверии встречи министров иностранных дел стран Большой Двадцатки, которая состоится в Буэнос-Айресе в понедельник. Глава нашего МИДа подчеркнул, штаты нарушили решение Совбеза ООН и в очередной раз пошли наперекор мнению большинства государств и нормам международного права, преследуя свои корыстные интересы. Сергея Лаврова спросили и о так называемом деле Скрипалей. По словам министра, случившееся в Солсбери, это провокация, которую Лондон использует для раскручивания антироссийской кампании. Прошло более 2 месяцев с момента инцидента в Солсбери, но признаки того, что нынешнее британское руководство нацелено на цивилизованное урегулирование ситуации, так и не просматриваются. Наши призывы к Лондону пересмотреть свой деструктивный курс, попытаться вместе, честно и открыто разобраться в произошедшем, предпочитают не слышать. Российскую сторону прежде всего беспокоит состояние здоровья и положение наших соотечественников. Кстати, речь идет не только о Сергее, но и о его дочери Юлии Скрипаль, втянутых англичанами в эту провокацию. Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию.